Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал, и в этом видео покажу вам свои покупки из магазина «Лабиринт». Я там зарегистрирована, в общем-то, уже давно, но это мой первый заказ, так как обычно, когда я искала какие-то книжки, не знаю даже почему, все равно выбор был в пользу какого-нибудь другого магазина. Не знаю, почему-то у меня какое-то было такое к нему предубеждение, хотя я видела много обзоров, многим этот магазин нравится, и в принципе у них там и подарки бывают за заказ. Ну, в общем, я решила, что все-таки надо присмотреться к нему и уже делать впечатление по факту заказа, а не просто так. Положила в корзину необходимые, интересующие меня книжки и стала ждать скидок. Вот вчера была на некоторые позиции скидка 31%, и я решила наконец-то оформить заказ. В моем заказе были в основном раскраски, блокнот, потому что непосредственно на книжке скидка была только 21%, но я решила подождать. И в итоге, кстати говоря, я немножко была разочарована, но об этом поподробнее сейчас расскажу. И вот мой чек на 914 рублей. Так, номер заказа. И первое, что я покажу, это раскраска «Белые ночи», Санкт-Петербург. Раскраска «Белые ночи». Значит, обложка у книжки такая, знаете, условно твердая, но я в этом ничего плохого на самом деле не вижу. Она из очень такого твердого картона, потому что обычно мягкие обложки, у них картон, но все-таки потоньше, чем этот, а здесь вообще все сделано, вот видите, с претензией на твердую обложку. Сама обложка очень такая красивая, более того, мне нравится подобное оформление, то есть вот здесь вот глянцевые элементы сочетаются просто вот с обычным картоном. Без глянца. Это и очень красиво, и очень приятно такую книжку держать в руках. Сзади обложка вообще просто тоже потрясающая, с рыжим котом, зелеными глазами, здесь питерские крыши. Вообще это вот просто очень нравится обложка, прям вот в моем вкусе. Но что же меня разочаровало? Ну, на самом деле упаковка. Привезли все это из лучших побуждений, в пищевой пленке, все как бы классно, я оценила. Но, видимо, очень сильно старались. И вот смотрите, вот здесь вот все погнулось. Ну, наверное, кто-то скажет, что я придираюсь, но знаете, да, в процессе использования то же самое может все погнуться. Но дело в том, что я вот ее взяла себе, а могла взять в подарок, например. И как бы это выглядело, что книжка у меня лежала, она мне была не нужна, и я ее подарила. К тому же, вот, видите, вот этот конец, он немножко так вот отстает. И это тоже потому, что вот сильно вот так вот все было замотано, и в итоге такой вот результат. Ну, теперь я немножечко полистаю эту книжку, потому что подробно обзор я сделаю чуть позже на каждую раскраску отдельно. Ну, здесь, в общем, достопримечательности Санкт-Петербурга. Вот. То есть, я думаю, что будет очень-очень интересно раскрашивать. Листы, в общем-то, такие очень приятные, гладкие. Совсем тонкими их не назовешь, равно как и очень плотными. Но, тем не менее, например, карандашами, думаю, будет очень красиво смотреться, или, может быть, даже гелевыми ручками где-то. В общем, да, здесь все состоит из всяких домов, достопримечательностей, каких-то элементов. В общем, хорошая раскраска, она мне, кстати, понравилась больше всего. Следующая раскраска, она была уже вот такая, Санкт-Петербург, раскраска «Путеводитель». Это серия «Увлекательная прогулка» и автор Анна Рапопорт. У этой раскраски просто такая вот мягкая картонная обложка. Кстати, эта книжка дошла в идеальном состоянии. В общем, здесь также достопримечательности Петербурга. Сзади она вот так вот выглядит. Возраст 6+. В принципе, это для детей. Потому что здесь, помимо раскрасок, здесь есть также небольшие, как бы, вот
рассказывается о достопримечательностях. Также здесь есть вот уже что-то закрашено. Это сделано для того, чтобы детям было проще подбирать цвета и, ну, как бы делать выбор, что чем раскрашивать. Ну, лично для меня, конечно, это не плюс, но тем не менее, в конце концов-то и эта раскраска-то для детей, поэтому у меня претензий к этому нет. Я довольна и буду с удовольствием пользоваться. Сейчас еще покажу вот первую страничку, тоже очень красиво. Потом как бы сделаю отдельный обзор, и это издательство «Клевер». Следующая раскраска была из этой же серии, живописный Санкт-Петербург, но уже автор Ольга Будкова. Возраст тоже 6+. Здесь у нас рассказывается про Большую и Малую Морскую улицу, про Конюшенную улицу, Миллионную, Итальянскую, ну и так далее. В общем, здесь все перечислено. Она такая же красочная, вот, с такими же подсказками. Бумага здесь такая, знаете, в отличие от самой первой раскраски, она, как мне кажется, чуть-чуть потолще. Может быть, даже и можно будет попробовать красками. Императорский Санкт-Петербург, Ольга Будкова автор, тоже серия «Увлекательная прогулка». Возраст тоже самое, стоит 6+. Здесь вот еще показаны, какие бывают в этой серии книги, в том числе «Москва». Ну и, собственно говоря, не только. Я видела там, по-моему, и Париж, и еще что-то. Вот, очень красиво, прям красочно. Сейчас я еще раз повторюсь, все показываю наспех, так как это просто обзор. Вот такие рисунки. В общем, я думаю, что это и взрослому человеку будет просто в удовольствие пораскрашивать. Я Петербург очень люблю, бываю там очень часто, то есть стараюсь бывать хотя бы один раз в 2 месяца. Ну, если получается, то, конечно же, и почаще. Вот, так что вот эти вот телекнижки из этой серии «Увлекательная прогулка», они вообще дошли в идеальном, как бы, виде, так что я очень довольна. Хотя, конечно, сказать по правде, я не люблю мягкие обложки, но просто в данном случае мне очень понравилась вот эта идея с раскрашиванием там на тему Питера. Вот, а так вот, собственно, почему не люблю, потому что вы видите, что вот она полностью не раскрывается. Об этом в своем видео говорила и Екатерина Путякова, о том, что раскраски, конечно, лучше брать в твердой обложке. И еще у меня в списке желаний лежал блокнотик. Он мне очень нравился, и вот я его решила приобрести, потому что тоже цена была там 31% скидкой, и в итоге он мне достался, сейчас скажу, за 189 рублей. Вот так вот выглядит блокнот. Понравилась и рыжая девушка, и то, что у нее в руках рыба, я родилась в марте. Вот, и, собственно, блокнот для исполнения желаний Виктория Кирди. Это ее рисунки. В общем, очень забавно. Тут вот тоже такое существо забавное нарисовано. Подарки, мечты и улыбки. Ну, честно говоря, я предполагала, что обложка будет твердая. Ну, может быть, там что-то указано, но я не особо, наверное, вчитывалась. В общем, обложка тоже такая вот условная. Твердое, то есть это нельзя назвать просто вот таким вот, да, для сравнения, мягкой обложкой. Это вроде картон, но гораздо более твердый. Все сделано, опять же, с претензией на твердую обложку. Но в итоге вот оно все гнется. Вот. Но что же мне здесь не понравилось? Ну, я вообще, конечно, привередливая, но вот посмотрите. Вот это блокнот, в котором предполагается писать, рисовать еще что-то. Вот он. Вот он не открывается просто свободно. Здесь вот очень красиво, конечно, все. Мне нравятся вообще ромашки, это очень классно. Вот. Здесь вот просто бумага. И вот все это очень-очень с проблемами открывается. Здесь вот уже полегче. Сейчас я попытаюсь найти
какие-нибудь рисунки, кстати, они здесь красивые. Вот, например, страничка, здесь написаны фильмы, которые я хочу посмотреть, так что можно записывать. Вот. Здесь всякие цитаты, фразы. Вот. Такой потрясающий рисунок, очень он мне нравится. На самом деле, иллюстрации здесь очень красивые, несмотря на то, что их мало. Ну, в принципе, для своей цены-то, конечно, блокнотик нормальный. Вот, это тоже прям как про меня. Так, сейчас я еще покажу какой-нибудь рисунок. Ну, вот такой, например. В общем, в таком духе сделан блокнот. В общем, он меня, честно говоря, разочаровал. Не знаю, может быть, он у меня теперь будет просто стоять на полке. Ну, а может быть, я его буду заполнять. В принципе же, ничего просто так не делается. Я, честно говоря, совершенно недавно, посмотрев видео блогера Ольги Дворецкой, вот как раз по ее принципу сделала коробку желаний, потихоньку оттуда достаю желания, и как раз-таки одно из желаний было вот как раз приобрести эти книжки. Когда я целый день об этом желании думала, то вот где-то дня через три и появились вот эти скидки, и вот они тоже были, кстати говоря, символичны, то есть не все просто так, поэтому, может быть, и блокнот исполнения желаний все-таки пойдет в дело. И, конечно же, за свой заказ я смогла выбрать книги, подарки на определенную сумму. Я могла выбрать на 183 рубля, по-моему. И, ну, честно сказать, каталог достаточно бедноватый, то есть, ну, там особо мало чего для меня было интересного, тем более на такую сумму. Но, тем не менее, я выбрала книжку из серии «О чем мечтают женщины», автор Сиселла Линдблум. «Охотница. Магия любви не знает преград». Вот такая вот книжка. Кстати говоря, ее-то, между прочим, держать в руках приятнее всего, потому что обложка у нее твердая, очень такие вот приятные листы. Вот. Так что, пожалуй, подарок оказался самым таким вот эстетически наиболее красивым и приятным. Здесь, кстати говоря, сейчас покажу. Вот такой сертификат дается от Ифраше, то есть там на покупку от 100 рублей дают какой-то подарок, а еще на какую-то покупку 25% скидка. Вроде как я правильно, наверное, поняла. Вот. Ну, а, кстати говоря, смотрите, здесь еще такая черная кошка классная. Ну, честно говоря, не знаю, сейчас у меня есть что читать. Ну, от подарка какой смысл отказываться, раз есть возможность что-то взять бесплатно. Вот. И такие вот были мои покупки. И да, я совсем забыла показать подарок. Не знаю, будет ли видно на камере. Вот здесь вот чем-то все это заляпано. Вот. Так что, когда я слышала, что многие жаловались на качество книг в «Лабиринте», что вот может быть мятая, грязная, честно говоря, не поверила. Думала, может быть, такое бывает, но крайне редко. Ну вот в итоге, сделав этот заказ, я убедилась, что да, могут либо упаковать плохо, либо вот такое попачканное дать. Не знаю, то ли они это просто спецом на подарки, но в принципе, не знаю, безобразие, конечно. Да, и, кстати, я совсем забыла сказать еще, что меня сегодня возмутило до глубины души в этом магазине. Вчера, когда я оформляла заказ, я поставила доставку с 19 до 21 часа. В итоге сегодня собираюсь на работу, в 10, где-то 25 мне выходить, звонит курьер и говорит, а я к вам через час приеду. Я говорю, стоп, у меня доставка вечерняя. А он говорит, нет, вот у меня написано, ну, видимо, опечатка, может быть. И то про опечатку он мне сказал, когда я говорю, ну, вообще-то, вы знаете, приходит подтверждение на почту, я это могу доказать. Ну, в итоге он сказал, может быть, кто-то из ваших друзей сможет получить. В итоге заказ получила соседка, он у меня был предоплачен, так что вот такая вот неприятность. Но это не значит, что я ничего там заказывать больше не буду.
как минимум 1-2 заказа я все-таки еще сделаю, посмотрим. И, наверное, доставку на дом буду заказывать только в случае, когда я выходная. Во все остальное время я лучше съезжу в пункт самовывоза и заберу книжки. И вот не знаю, как будет с оплатой, потому что на самом деле лучше, наверное, оплачивать наличными, потому что вот за это безобразие, за все надо от заказа отказываться, как мне кажется, потому что иначе они так и будут работать. Вот, на этом все. Всем огромное спасибо за внимание и до встречи в новых видео. Всем пока!